Всем привет, с вами Квина, и мы сегодня продолжаем играть в Lords of the Fallen. Наша задача пробиться к Антанасу в цитадели. Не знаю, почему это будет проблема, но я думаю, нам покажут, почему. Так, нам вот сюда. Не вижу. А я шла спокойно к кузнице. Ну, не так, я просто... Парни, вы кто такие? Двое, их двое. С молнией, интересно, на этом щите. Долина. Я не достаю просто до нее. Кажется, мне другой щит нужен. Так, это молния 50. 40, да? Хорошо, что он один. Как это? Где мое здоровье? Этот щит не очень против огня. Пустая ячейка, печалька. Вряд ли нам дадут сейчас подойти к кузнице. Нам бы не помешает осколок устойчивости к огню, да? Так, где они тут? К яду, лечебное зелье, энергетический. Так, молнии. Наверное, пригодится, но потом. Я этих осколков напилась, как дурепа какая-то. Не знаю, что я дальше буду делать. Будет вниз прыгать. Ай, все равно меня задел. Какого черта? Мне сейчас поменяться местами, надеюсь. Так. Осколок устойчивости к, к этому. Блин, надеюсь, мне хватит. В следующий раз, если... Thank you.
стамина, восстанавливайся. Это вряд ли, да? Так. Честно. Вы как, поменяетесь местами, нет? Один вверх, второй вниз, да. Так, а если поменять на топор, на... Бежим, бежим, бежим. Все, живы. Пока что. Так, заблудший огонь. Так, кстати, бутылочку надо выпить. Сплошной огонь. Я не знаю, как иначе тут работать. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Здоровье, 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 пей. Последняя банка. Фак. Он теперь прыгнет, прыгнет, прыгнет. Ёбарасоте, ну, куча жизни у меня спёр. Ну, скотина. Ты один, вас тут двое, да? Теперь один, да? Fucking shit. Ай, бежим, 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 сейчас убьет, сейчас убьет, сейчас убьет. Сука. Последнее было, надо было просто отбежать. Скотина такая, этот огонь, я не знаю, что с ним делать, учитывая, что у меня ограниченное количество этих. Бежим.
карты акробата. Ну-ка, если одеть другую. Сейчас прыгнет. Я ненавижу эту огненную. Кажется, у него и жопа. Кажется, валим, валим. Валим, 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 валим. Я очень тяжелая. Защита от магии. Yes. Бежим, бежим куда-нибудь. Кувыркайся, скотина! Классно. Все, он вроде остыл? Нет, не остыл. Кувыркаемся, кувыркаемся. Фак, почему он? Почему я первая? Ой, фак. Бежим, 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 скотина такая. Чисто адский подвал какой-то.
Бежим, 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 бежим. Все нормально. Кувыркаемся, бежим. Так, у него способности брата появилась, да? Это же чудесно, я считаю. Верю. Стамина восстанавливаем, все равно она нам нужна. Горю. Я так понимаю, что сила рогаров мы получаем, но мы получаем с их руной. Кстати, нам какую-то руну должен был дать этот парень.
лучшие братья. Отлично. Красавцы. Открытое достижение двое на одного. Да уж. Защитник, кулачный щит. Не знаю, наверное. Ой, какой симпатяшка. Тренинг ловкости 15. Блин, ну, ловкость маленькая. Защита блока 100, стойкость 23. Хороший щит. Но у меня в этом стойкость 101, да? Получше будет. Да, здесь было сохранение, да? Я не могу не сохраниться, потому что эта игра полна глюков. Что нам дали? 21 тысячу. Но можем прокачать еще. Отлично. Если что, то я уже сохранилась и прогрессию сохранила. Это отлично. Так, а что же нам какую-то руну дали от этой дыр? Вроде бы должен был. Так, квестовый предмет. От чего же это оружейная рукоять, интересно? Если на статусе найти остаток, это будет оружием. Пока это обычная палка. Ключики из укурагаров. Осколок героев мы только один нашли за все время. Смотрите, здесь уже решетка закрытая. Нам только один путь. Есть. Необычная желтая руна, инструмент хаоса, что может создавать и разрушать. Прекрасно. Расскажи мне про руну. Не похоже на то, что ни на что, но содержит все. Сила рождается из слабости, слабость превращается в силу. Ну, спасибо за объяснение. Забери у меня эту руну. Не знаю, видимо, тут вариантов нет. Если мы возьмем эту руну к Турдану Амадыр, мы типа как он нам дает оружие, чтобы убить Антанаса. Я не знаю, у меня нужна руна. Отдать ему руну, и тогда мы типа против всех. И Антанаса, и того, и того. Но я не могу против дополнительного бонуса отойти. Ну, отказаться. Так, а какое оружие? Какие доспехи, я не знаю. Наверное, доспехи. Use the rune for my armor. I want to protect myself with it. Tool of chaos used to shield. На щите, я думал, на доспехах. Interesting idea. Нет. I changed my mind. Оружие. Use the rune for my weapon. I want to deliver. Ты отправил душу Антанаса Кадыру. Tool of chaos. В орудии хаоса. Да, это любопытно. Yes, I like that. Может, он просто бонус к любому оружию добавит? А если отдать ему руну? Ну, жалко. Адыр Хаус. Антанас тоже не чудесный. Ну, получается, мы как бы перешли на сторону Адыра. И это все плохо. Две большие руны. А опыта нет. Высшая руна магии, высшая руна яда. Окей. Малые руны. Куча обычных рун. Ладно. Использование рун.
Мы щит подобрали, но щит нам этот не нужен, потому что он требует ловкости. Я думаю, потом это прокачаем. Да, у нас за спех... А, блин, мы легкий взяли. Значение, защита. Вечная легенда, да. У него руна силы стоит, все нормально. А, падшим хотели взять. Руна дыра, точно. Стойкость в блоке 14, физическая защита 22, физический урон. Можем ее сюда вставить, отлично. Так, классно. Так, а оружие мы вставить ничего не можем, разве что в топор двуручный. Магия. Ну, ставим это, что оно будет пропадать зря. Кстати, это можно усилить, да? Малая руна магии. Малая руна огня. Давайте поставим высшую руну. Обычную руну магии. Залп. Тоже обычная руна магии. Посмотрим. Ладно. Адыр. Взяли, использовали его руну, чтобы улучшить оружие, и продались тому богу. По логике вещей, знаешь, так, чтобы ни вашим, ни нашим, надо было дать ему эту руну. Этому кузнецу. Может быть, это дало бы ему какую-нибудь свободу. Типа, как, знаете, Добби отдали носок. Мы здесь были разве? Не помню. А, точно, мы здесь были. Кстати, если мы туда пройдем, мы сохраним, мы бутылочки восстановим. Нет, бутылочки можно восстановить, если вниз спуститься. Так, здесь единственный проход наверх, как вы помните. Они тот вот этот закрыли. Потому что решили, что мы перешли на нашу сторону, я так понимаю. Блин, где этот низ спуск? А если отсюда выйти, то мы войдем в катакомбы. Там, где мы с чемпионом дрались. Блин, 9 бутылок, не больше, безобразие. Больше не дает. Я думаю, мне потом придется с этим молотом бегать. Давайте попробуем. Сколько он хорош. Вот предатель. Затопленный зал. Кстати, музыка появилась такая хорошая. Но мы его отравили, да? Три удара. Парни, такие мне вообще не нравятся. Жесткие, очень много брони. Так, где это спуск? Я просто хочу здоровье восстановить, но бутылку не это не тратить. Было бы неплохо ярость применять, да? Ну, вообще ничего не применяю. Такая я Вася. Там один был? Вот еще, если бы еще несколько было, было бы вообще замечательно. В кавычках. Четырнадцать. Снял урон.
Черт, ну уйди отсюда, лёпа рысоте. Ладно, что он умер? Еще одна бутылка. Где-то я слышу, открывается портал. Слышите? Эти монахи такого не заслужили. Им дали какой-то эликсир, он их переменил. Сначала они кричали от боли, затем упали и лежали без сознания. Потом они стали расти. Одного хватило пламя, на втором вспыхнула молния, и я сбежал, не мог смотреть. Помните, мы здесь уже были. Тут там... Блин, где этот проход? Это там. Ты один? Блин, их тут двое. Эл, вернись, парень. Черт, две, что ты делаешь, а? Не то я хотела сделать, факи. Хотела стрельнуть. Здесь надо компас открыть. Тебя можно заморозить? Нет, я что-то не вижу такого эффекта. Как он быстро бегает? Я боюсь топор для него применять. Вор с этими вот кинжалами. Куда? Алло? Сейчас восстановлю здоровье. Чудесно. Срочно надо бежать, восстанавливать здоровье. Все мне это не нравится, что вам сказать? Интересно, что было бы, если бы я ту руну не использовала, а дал, или, допустим, они на меня не нападали, интересно? Интересно, есть ли такой вариант, чтобы они на меня не нападали? Хватило. Спрашивается, куда мы идем. Тут этот парень, он просто умер. Блин, я думала весь выход. Ну ладно.
Сейчас выйдем, и придется их опять убивать. Ну, наверное, это та дверка, за которой тот парень стоит. Которого мы... Нет, это не та дверка. Ну, это определенно дверка, которую надо было открыть, чтобы где-то себе сохранить короткий путь. Я так думаю. Ну, где я очутилась? А, точно. Вот я совсем забыла. Я Вася, Вася, Вася. Сейчас опять их придется долго и нудно убивать. Кстати, смогу ли я зайти с главного входа? Там сохраняшка, кстати. Мы уже идем с такой небольшой грустью, что вроде бы история подходит к концу. Все, здесь мы уже проходили, все уже посетили. Кстати, можно пройти, сходить, сука, на сурагаров, этих вот сердец. Две, да, тираны. Пойдемте попробуем зайти через основную дверь. Получится, интересно или нет. То через эти залы бежать еще столько людей убить надо. Хотя мы из-за этого можем что-то важное пропустить. Да? Какие-нибудь записи, секреты. В общем, мы узнали, что Антанас разрабатывал зелье, которое делало всех рогаров. Получается, рогаров призвал он. Странно, как же рогары тогда объединились? Зато у нас молот с кислотой. Фу. Можно спокойно поднять записки. Солдаты. Если этот гнусный гудин Харкин осмелится явить свое мерзкое рыло в замковое, это вот он вступил в сговор с божеством, призвер закон и человечество. Это Антанасом сказал, значит. Я лично награжу того, кто его убьет, мы покалечимся. А, вылечитесь уже, да? Ключ от погреба, сюжетный предмет. Интересно, от какого погреба? Не вот от этого? Здесь пройти никак. Тут мог подумать, что я перейду на вот эту броню, на вот эту, блин, одноручную штуку. Тут, конечно, без двуручника вообще нищи никак. Пойдемте, нам надо этого мерзкого стрелка убить. Кстати, а что у меня за броня? У меня же самая лучшая броня, да? Падший. Нет, у нас легкая броня, поэтому меня все так пинают. Руна дыра не одета. Вау, позор. Восстанавливаем стамину. Вечно стамин не хватает. Вечная проблема. Так, где же у нас тут сохраняшка была? Фиг знает где.
Мы так и не нашли, где там за стенкой оно мне гудит. Так, кстати, да. Придется жить без этого, наверное. Так, здесь был проход, да. Кстати, там же зал, да? Где можно сохраняшку сделать. Да. Хоть этот меч быстрый. Так, а здесь что там? Что-то есть интересное? Старые жилища? Нет. А, вот здесь был спуск вниз. Которые мы поднялись бы. Я просто смотрю, вдруг здесь будет... Да, здесь... Достали ту дырку, которую мы выковырили. Парень. Жду стамину, долгожданная, но наша. Полетел. Вот, этот портал мне все время не давался жить спокойно, да? Смотрим, что там. Хорошо, что я сюда зашла. Раньше он вроде бы не работал. Блин, опять арена, но зато здесь можно сохраниться. Как обычно. Что у нас с опытом? Я думаю, надо силы прокачивать. Чтобы мы могли там что-то одеть, какие-то оружие. Ладно. Давайте. Я не знаю, какое оружие, не знаю, кто тут все убежит. Ну, в конце концов, скорее всего, будет эта жуткая собака. Интересно, что нам дадут. Трое. Я даже не знаю, что делать. Ладно, у меня вроде нормальное оружие. Только я тяжеловатая. Так, подожди, к следующему раунду. Я еще парня одного не убила. Вот. Отлично. Блин, три паука, они что, с ума сошли? Не, мне в конце должно дать что-то мега эпическое. Я вижу уже врага. Фак. Ничего, живем пока что. Так, кстати, надо что-то побыстрее. Очень опасны эти парни. Фак. Кстати. Это те, которые... Те способности, которые могут эти... могут себе выбирать воры.
когда ты исчезаешь, это именно способность вора. Так, блин, и что там на третье они нам приготовят? Блин, почему у меня здоровье не восстановилось? Алло? Что это? Почему оно не восстановилось? Что за бред? Блин. Ай! Все. Так. Попробуем. Это ура, мы всех победили. Это нам дает шанс. А теперь можно установить, да? Ура, 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 ура. Что же тут? Что же тут? Тяжелый взгляд, доспех владыки, тяжелый молот, тяжелый взгляд владыки, тяжелые доспехи. Куда же нам бежать, чтобы их прокачать? Наверное, надо выйти из замка, пойти в лабораторию. Что-то не помню еще, где есть. Так, тяжелый взгляд. А, владыки. 80. Хуже, да? Есть пустая ячейка, защита 64, магическая 4-4-4, 80 придут. Даже я не знаю. Кстати, вес больше. Снаряжение, созданное демоном с одной целью, максимально облегчить процесс убийства. Удобством и защитой они при них брегли. Это да. Смотрите, какой смешной. 80 плюс 22, 54. Стойкость 45, вот это лучше. Не вижу особого цимиса в этом. Так, защита все равно, действие среднее лучше. Владыки, физическая защита. Ну, в них можно руну вставить, а дыра в том числе. А эти лучше. 25, 56, 25 стойкость, 7 вес на килограмм тяжелее. Потом их можно закачать, значит, ботинки, да? С одним рогом, да? Падший. 7 килограмм. Нет, это у нас... Мы в этом шли... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. У него такая рука в центре. Так, младшие владыки 16. 16! 11. Да. Хорошо. Что у нас одето? У нас одет великая ноша, да? Так, а мы отлично кувыркаемся сниз. Это меня радует. Так, ладно, идем. Я думаю, может, закончим на этом серию тут. И продолжим дальше прохождение по этому замку. Сейчас нам еще придется всех заново убивать. В следующей серии. Всем спасибо, что были со мной. Всем удачи и пока-пока-пока.